Есть еще одна важная тема, это контакт с самим собой. Контакт с самим собой означает аскеза всегда. Это тело можно содержать только в аскезе. Для женщины аскеза означает следить за своей фигурой, то есть это пост. Для женщины аскеза пост, а также добрые дела, забота. Для женщины здоровье означает заботиться, уметь заботиться, активно заботиться. И плюс движение, конечно, зарядки нужны по-женски. Музыку, плавно, радостно, лучше танцы, двигаться, танцы, танцевать. Женщинам хорошо вот так за здоровьем следить. Потому что гормональные функции в радостном движении у женщин формируются, крепнут. Нужно на танцы ходить или дома танцевать под музыку. Женщинам должно. Мужчинам вот так вот